Ну что ж, всем привет, вы на канале Фордмак, и мы продолжаем проходить Лего Гарри Поттер годы 1-4. Ну что ж, у нас квиддич, ну как сказать квиддич. Мы так будем бегать по трибунам и смотреть на то, как Гарри будет играть. Да, довольно странное решение, но почему бы и нет. Ну кто про что? А Ром про жрачку. Нет, серьезно, какого хрена в плане квиддича Гарри из Лего дает прикулить Гарри из фильмов? Чё за хрень? Ладно, пора спасать задницу Гарри. Конечно, выкрутить здесь хорошо, что есть часть в книге и в фильме, где Гермиона пытается спасти Гарри при помощи своего волшебного огня. А в фильме она просто, по сути, подожгла мантию Снейпа и все. Так, что у нас здесь? Ничего такого особенного. Забираем кэш. Нихера себе. Это что сейчас было? Так, Гермиона, давай-ка без такого, а? Поехали. Ну да, получается, кроме Гарри никто не умеет летать. Вроде бы этому нас обучат уже в следующих эпизодах. Так, не-не-не, Короста, лезь обратно. Какого? Так, Гермиона, давай без этого. Так, там у нас какие-то детали. А, вот, кстати, как раз таки труба для коросты. Рон! Рон, давай сюда. Так, выпускай А, не, рановато, она поломанная. Пока что нужно восстановить все детали. Так, не это сюда. Так, вот это сюда. И последнее. Вообще интересно, зачем такие трубы на квиддич-поле? Фиг его знает. Может, водопровод решили сюда провести? Благо, на стадионах реально нужно побольше туалетов. Так-с. А что ты тут делаешь? О! Как удобно. Ну все, крыса, ты свою работу выполнила. Теперь давайте установим The Shit. Так, давай. Нет, не сюда. Конечно, да, вот в таких моментах с Wingardium Leviosa все очень сложно, потому что установить такие детальки очень геморно. Да почему он не ставится? Ну, давай. Ну... Ох, наконец-то. Реально, очень как-то геморная. Эй. Есть! Да, реально, слишком много гемора просто из-за обычного расставления деталей. Вот те раз, меня еще оттолкнуло. Ну, ладно. Так, теперь нам куда? О! Шкафчик для Гермионы. Благо, всегда комбинации простые, всего лишь 4 символов. И что же нам дадут? Магические книги и волшебный топор. Удобно, удобно.
Хотя можно было просто дать топор и все. А что этот чувак делает там? Кто там кряхтит вообще? Там что, Дамблдор что ли подтягивание делает? А, пофигу. Просто поставим вот так и все. Главное, что прыжки у нас довольно-таки высокие. Так, надо походу как-нибудь, да, убрать вот эту вот штору. И взаимодействовать с этим чувачком. Этот люк его сожрал? Чё это было? Где слизеринец? Мне уже страшно становиться на этот люк. Да что меня все выталкивает сегодня-то, а? Ладно, поднимаемся наверх. Благо, да, Снейп осталось совсем недолго. Повторяем. И что же в этот раз мы получим? Угу. А, надо сюда поставить. О, господи. Блин. Платформы. Эти гребаные платформы. Платформы из подобных крышек. Блин. Не знаю, ребята. Я когда смотрю на подобные платформы, которые могут упасть, я сразу вспоминаю гребаную игру по мультику «Цыпленок Цыпа». У меня с этой игрой очень жесткие счеты. Потому что платформинг в ней просто пиздец. Да, ладно, ладно, забудем о больных воспоминаниях из детства. Ух, мощненько. Ну ладно, идем поджигать задницу Снейпу. Фух, ладно, разобрались с Квиддичем, команда победила, а Рону и Гермионе придется рассказывать очень интересную историю о своем путешествии через трибуны. Так-с, нам опять нужно в Хогвартс, но давайте пока посмотрим, что здесь вообще есть на этих полях. О, прыгучая тыква. Ну ладно, когда на втором курсе освоим Петрификус Тоталус и разберемся с теми пиксами, получим шлем из тыквы, который позволит нам летать. Конечно, что-что, но тут всякие изобретения просто пипецкие странные. Все такие, блин, летающий шлем из тыквы в Гарри Поттере. Это что-то. Ладненько, возвращаемся и... Оу, дьявольские силки. Ну ладно. Разберемся. Хотя, походу, профессор Стебль что-то хреново заботится о флоре Хогвартса. Раз уж такие сорняки здесь вылезают. Оу, метлы нет. Ну, всего-то починили мост. Мост, через который ходят все студенты. Всего-то. Блин, у всех такие шапочки рождественские, но
Вот серьезно, мне всегда прикалывались шапки в Лего, что когда надеваешь шапку на персонажа, у него больше нет волос. То есть и у девушек, и у пацанов вообще ни у кого нету волос. Ты знаешь, что нужно делать, Гарри? Оу! Блин, конечно, как-то непривычно смотреть на здешнего Филча, он как будто помолодел, что ли? Ну, вот теперь у Гарри есть третья, так сказать, отдельная способность, которую можно вызывать, а именно плащ-невидимка. Хотя все равно не знаю, как правильно называть. В одном переводе говорят плащ, в другом мантия. Ну, ладно, не суть. Главное, что эта волшебная прекраснейшая вещь есть у нас. И, оу, садим без головы и... Мне откусила голову гребаная книга. Великолепно. Да, мантия, конечно, очень хороша, то, что она делается с невидимыми, но есть один минус. Мы в ней просто пипец какие медленные. Так. Теперь бы что нам сделать? Ага, нужно подняться на этой платформе. И меня снова искусала книга. Твою ж налево. Как ты меня схватила? Нет, серьезно, какого черта книга? Черт! Конечно, надо Гарри в этой мантии пипец медленный. Нет уж. Лучше я пока что просто вот так вот спрячусь. А Рон пусть меня поднимает. Отлично. Еще книга телепортировалась. Вообще пипец. Какой-то цветок светится. И паук. А, понятненько, придется варить взрывное зелье. Только вопрос, где котел? Так. Ага. А, смотрите-ка, там еще с той стороны нужно подняться. Так, нет, крысу назад. А, отлично, вот и детали. И миссис Норрис. Ну. Оу. Ну, давайте попрыгаем по книжечкам. Конечно, слава богу, здесь нет мадам Пинца или любого другого библиотекаря, ибо сейчас началось бы... О, неуважение к книгам! Книги-то наши все! Да, я бы попрыгал на одной книжечке. Очень бы долго прыгал на ней. Окей. Хм, дорогие книги, раз из них даже деньги сыпятся. А это что за фигня? Лёс в библиотеке? Импровизированный холодильник для одного мороженого в холодильнике. Окей. Это магия, здесь все возможно. Так, а, вот и котел. Ставим, и получается, да, осталось только положить того паука, которого мы нашли. Да заткнись ты, миссис Норрис. Которая здесь выглядит, опять же, что там слишком молодая. Серьезно, что ты и Филч помолодел, и миссис Норрис. Что за фигня?
Ну, сейчас будет бэдабум. Yes. Оу. А вот и Фьюч, который почему-то нас не замечает. Наверное, после омоложения у него испортилось зрение. Бывает, бывает. Так, здесь у нас какая-то деталька. В принципе, вроде ничего такого больше важного. Ага, вот. Нужно собрать вот такой вот замок. Так, это сюда. Красную. Вниз. Вниз. Гарри, я сказал вниз. Есть. И зеленое осталось. Блин, еще такой музон на фоне, как будто сейчас какая-то погоня идет напряженная. Так, вставляем. И все это ради одного ключа. Окей. Так, стоп. Зачем я переключился? Ну, понесли этот ключик. Хотя можно было бы воспользоваться обычной рукой. Окей, и опять труба для коросты. Да заткнись ты, Норрис. О, щит! Теперь еще Филдж за нами погнался. Ладно, Рон. Так. Пока что пусть все утихнет. Так, а где Рон? Почему не могу переключиться на Рона? Чё за хрень? Что там происходит? What the fuck? Вы что, педофил? Похоже, придется навредить миссис Норрис. О, да. Как же я давно мечтал это сделать с тобой, грязная кошка. Ладно, Рон, давай быстрее пошли, нужна твоя крыса. Где же... Ага, вот. Половинка ключа. Так, не-не-не, убери ее. И... Оу. Вот и все. Мы на месте. Мы возле зеркала «Ей належь». Вообще, на самом деле, удивительно, что многие так и не могли понять, что значит «Ей належь». Хотя, если просто перевернуть слово «зеркально», то получится слово «желание», как и с оригинальным словом «arised», что также означает «желание» по-английски. Люмос. Так. Лишь пара монеток, и все, больше ничего нет. И что теперь делать? Может, нужно что-то определенно прицелиться? А! На мышей! Это же так очевидно! Окей. Оу, Рон. Неожиданно. В твоем-то возрасте. Ну что ж, старый пердун спрятал камешек, который мы скоро найдем. Интересно, куда в этот раз мы направимся? Вроде бы по сюжету мы должны сейчас познакомиться с дракончиком Норбертом, которого выращивает Хагрид. Или... Да нет, точно Норберт, точно Норберт. Mm. Oh.
Вау, Гарри в полной заднице, придется его спасать и пробираться через запретный лес. А местечко-то довольно жуткое и опасно, учитывая, сколько здесь всяких разных тварей водится. Однако пробираться по этому темному лесу и спасать наших друзей, ну и не только друзей, мы будем в следующей серии. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, всем удачи и всем пока.